Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня немного покажу свои пеларгонии. Они как-то расцвели у меня не одновременно, поэтому покажу эти сорта, а затем в следующем видео покажу следующие сорта. Смотрите, какая замечательная пеларгония. Черная это называется, сейчас скажу. Black Rose. Black Rose. Кому надо отростки, я отправляю укрпочтой. Смотрите, какая она красивая. Темная, насыщенная. Цвет вообще такой лаковый. Камера, она не такая совсем. Не блестит. А в настоящем виде еще блестящая. Распускается вначале. Она распускается как бутон розы. А потом распускается и получается как пионы набитые. А здесь у меня тоже распустилась белоснежная. Ice Rose. Я перепутала немного. Ice Rose. Белая шапка. Обалденный красивый цветочек. Она сейчас маленькой розовиночкой. Видите? Розочками такими. Когда их много, она очень красиво этот цветок смотрится. Пеларгония. Очень замечательный легкий цветок. Это плющелистная пеларгония. У нее листочки такие гладкие, без ворса. Очень легка в уходе. Пеларгонии бывают разных оттенков и зависят от цветочка. Розобудные и простые. Затем у них бывают листочки. Видите, какие интересные. Красивые такие полосочками. Молодые листики идут полосатенькие, а более взрослые уже темные. В тени пеларгонию цвести не хочет, она любит более открытое солнце, чтобы было ей больше света и яркости. Когда у нее больше света, у нее на листочках появляются разводы красивые. А еще пеларгонии очень любят гусеницы. С ними нужно бороться, так как листики получаются очень некрасивые. Вот такие зубчатые. Видите? Поевшиеся. А бороться с ними легко. Берем октару. 1-2 грамма. То есть упаковочкой разводим в 1,5 литра воды, проливаем растения, либо обрызгиваем. Вообще пеларгония это замечательный цветочек. Им можно любоваться. И он цветет очень много. Видите, сколько выдает бутонов. Сейчас, солнышко. Сейчас людям расскажу про пеларгонию. Это у меня тюльпановидная пеларгония. Она больше не распускается, она просто набирает, набирает и форму держит тюльпана. Это простая пеларгония, просто цвет у нее изумительный, розовый, нежный. А это розобудная, она уже цвела, у нее форма как цветочка, как розочка отдельная. Видите? Что, моя птичечка? Сейчас солнце. А это плющелистная, она тоже в виде розочек, когда распускается, такая набитый бутон, а потом распускается такой нежно-красивый бутончик. Получается, это ампельное растение. Я его обстригла, так как нужны были черенки, а в основном он обвисает весь горшок и цветов в море получается. Здесь у меня розовая, тоже розобудная. Это маленькие череночки, видите, по кругу я их посадила. Она обалденно цветет. Вот видите, маленькие череночки. Ну как маленькие, они уже готовые. Вот растения цветущие. А это основной кустик. Вот один цветочек выдал. Тоже его обрезала. Он, видите, ничего не оставил. 2 штучки. А это белая Apple Blossom. У нас просто был дождь. И она поменяла цвет. Намокли и испортились. А так она цветет обалденно. Большой розобудный цветок и по краям выдает нежно-розовый цвет, а серединка белая.
В этом году лето очень жаркое и местами периодически дождливое, поэтому цветы быстро увядают. Если держать в квартире, они, конечно, дольше держатся. Но хочется на природу свои растения вынести, чтобы они подышали воздушком. А потом расскажу вам о винограде. Виноград у нас очень много сортов. Очень хорошие сорта. Вот и длинники, как пальчики. Я вам расскажу, как они называются. Если надо, пишите. В этом году он не болеет. И кеша крупный. И Надежда Азас. Разные сорта у меня винограда. Как ухаживать, тоже расскажу. Пишите в комментариях, кому интересно. Это кеша. Он будет круглый, как яблоко такое большое. Он уже набирает круглости. В прошлом году он был мелкий и потрескался. А в этом году мы его правильно обрабатывали. Он обалденно красивый виноград. Всем спасибо, внимание. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго.